Я должен сказать, что за последние 7-8 лет сделано вообще очень немало, поэтому Запад так не хотел возвращения Путина в кресло президента, и были беспрецедентные меры. Байден приезжает и говорит, там, Россия там устала от вас, вы не должны, так сказать, идти. И вот если Запад не хочет, чтобы Путин не хотел, чтобы Путин был президентом, это значит, что Западу он очень и очень мешает. Это значит, что-то здесь не так. А наши интересы с Западом не совпадают. Отсюда все вещи. Я понимаю абсолютно все слабости, так сказать, путинского режима, и также, как скажем, Хазин и Делягин очень многое критикую, но нужно исходить из реальности. Как товарищ Сталин говорил однажды, сказал, ему пришел человек из Союза писателей, начал критиковать писателей, и Сталин ему сказал: «Нет у меня для тебя других писателей».